Всем приветики, как обычно из АБЦ, с последними обзорами полной халявы. Зацени, какая штука. Чтоб ты понимал, это прям зимние-зимние, прям реально зимние. Блин, в таких даже работать, честно говоря, впадло. И цена у них 8,5 евро. А чё так дешево? Как всегда, радуем народ. Сколько они раньше стоили? 15. Пятнашку? А ну, ты тут что-то снимаешь, тут пишет 14. А, ну да, 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 да. Но они где-то там другие варианты по 15. Да, но они зачет, просто зачет. Знаешь, какой самый прикол в АБЦ, вот, который я заметил, за который можно вам спасибо сказать? Это сейчас проблема как, снеговые лопаты? Да. Как только выпал снег, все умножают цены на снеговые лопаты в 2-3 раза. У вас, по-моему, да, за 8 евро можно купить снеговую лопату, самую дешевую, с перчатками есть, в комплекте. Да. Но и они не поднимают. То есть тут есть лопаты за 60 евро, как у всех нормальных людей, но да, есть и за 8. Ну, как бы цены вроде не поднимали. Хотя лопаты, ребята, да, короче, пошли. Бросайте все. Tamrex, 8 евро акция. Ну, я тебе говорю, там надо парочку брать перчаток. Плюс еще ты можешь в телефоне копаться. Попробуй, они, ну, ты реагируют. Вот эти штуки в телефоне, смотри, реагируют? Видишь? А, нифига можешь себе. Можешь не снимать. А то иногда носом включаю телефон. А почему такая халява? Что опять происходит? Хорошая цена. Охереть. Они мне вообще нафиг не нужны были. Я хочу взять две пары, одну себе, другую мелкому. Я вовремя их развешивать начал, да? Этот клиент просто спрашивал, говорит, где перчатки, что, все разобрали? Слушай, говорю, сейчас посмотрим. Пока я сюда зашел, что еще, обзоры халявы? Быстро можешь что-то вот такое показать? Есть подарки. Многим интересует Dremel, есть такой. Не, я просто хочу что-то опять, ты знаешь, эти лотереи, такие конкурсы. Конкурс своим подписчикам в ТикТоке. Да. Видел, может? Что-то без меня там делал, потому что я, к сожалению, чуть-чуть приболевший был. Вот давай мне что-нибудь на конкурс, чтобы я так прям сказал, что офигенно. Но чтобы мне это обошлось так не очень дорого. Ага. Ну не знаю. Ну, пошли посмотрим. Dremel. Ну так она на самом деле работает, халява. Я говорю, они мне нафиг не упали. Но, честно говоря, зима-то будет долгая. Класс. Прям офигенский. За 8 рублей уж, сорян. Надо брать. Пойдем. Ну пойдем. А по дороге как раз. Ну, секретное место какое-то, да, мне сейчас прокашка заведет. Мы покажем похожий Dremel. Цена он с насадкой, со всеми делами. Он стоит 155 евро. Так. А мы покажем новогодний вариант. Но это тот же производитель, та же фирма? Да. Вот то же самое. Наши любимые чемоданчики, может, кому-то тоже нужен? Ну, честно говоря, просто сейчас Новый год, бабок жалко, но ну, да, я бы... по дороге, видишь, идем. Потому что раньше с ракесом, по-моему, стоил, если не ошибаюсь. Вот, смотри, самый главный подарок. А, он прямо сделан как подарочек, да, такой. Типа такой на Новый год. Та-дань! И стоит он... 99. Подожди, вот ты хочешь сказать, что он раньше стоил почти 200 евро? Ну, без всяких скидок. Ну, у нас там тоже видел 155, но это со скидкой. Что-то там развод вот какой-то. Сам аппарат, удлинитель, ну, плюс причиндалы и плюс сумочка, куда это все складывается. Все в одном комплекте? Да. Так, я отвечу. Это разве этот же самый комплект? 193, но это похожий по и всем остальным. Короче, тоже разводит он. Есть и за 80, но там... Не, подожди, там перечеркнутая цена почти в 200 евро. Где вот он реально? Вот, я тебе говорю. Похоже. Такой аналог, в принципе. Сам аппарат, голова есть, насадки. А фирма-производитель та же самая? Dremel, да. И модель, ну модель можно сравнить, 4250. Это я так, на быструю, мне кажется, там... Подожди. Упаковочка. Не, подожди, я сейчас про твой подарок больше расскажу. Из прикола, смотри, например, работать по металлу, то довольно приходит, ну прикольно. За 23 евро ты можешь купить целый комплект, это хорошо. Для полировки за 16 евро, это вообще бомба. За 40 евро это круто. Но есть... Посмотри, всякие насадки есть. Подожди, есть засада. Вот она. Где она? Вот этот? Не-не-не, где-то здесь по плитке должен быть. У него цена вообще просто космос, блядь. Ну, вот. Диманту. Вот эта маленькая хренотень. Это на каменной массе выпиливают всякие отверстия. 21 евро за вот эту хреновину. Это пипец, конечно. Ну, ты же знаешь, что вот эти все диски с диманту. Да, напыление, да, дорого стоит. Это халява, это прикольно. То есть, грубо говоря, если он раньше был 155, то вы всего скинули только 55 евро. Да? Фактически. Разводит он 200 евро. Полная цена. Нет. Или там что-то другое было?
Но из прикола, смотри, какие приблуды тут есть. Видишь, надо смотреть на мощность. Ты можешь взять вот этот дополнительный девайс, чтобы он висел у тебя. Потом ты можешь из него, в принципе, сделать, смотри, этот фрезу. Как фрезу. Потом, в принципе, вот, ну, офигенная тема, на самом деле, с этой маленькой подручной машиной. Приколов. Да, если ты берешь этот подарочный комплект, он как бы соточку евро стоит, но его модернизировать можно до бесконечности. Ну да. Он прям ты, чуть ли не свою лабораторию. На самом деле это прикольно. Давай возвращаемся к нему. А 175, это что ты имеешь в виду? Ваты. Ну там есть 130, 175. А, то есть поэтому мощность. Я именно сравнивал ту модель, которая та модель. Видишь, 4, 2, 5, 0. А, несколько моделей. Услышал. То есть он сам по себе довольно мощный аппарат. Но у него в комплекте этого Димонта точно нигде нету. Димонта нет, здесь показано, да. Но эти базовые, металла... они примерно на 23 евро, если они внутри есть, на 23 евро. Потом купить диск. Переходничок, и... наверное, десятка. И если сам мощный аппарат, то 99 евро, может, и нормальная цена. Может быть, и нормальная. Осталось только добавить, что, скорее всего, не скорее всего, я его забираю. И мы его разыграем среди наших подписчиков. Ты в курсе, что я делаю? Я в ТикТоке разыгрываю среди подписчиков. Видел, но... да. Молодец. Смотри, для Давай. Этого надо, чтобы ты подписался на меня в Ютубе, на мой канал, в ТикТоке. И вот здесь сейчас под видео написал, что я принимаю участие в конкурсе, и я запишу тебе номер. А если ты раньше записывался, то не надо. Ты автоматически играешь каждую субботу. Только ты не только вечера. На твой канал, значит, надо еще и на мой канал подписаться, да? А какой твой канал? ТикТоки Аркадий. Меня найдут и пускай подписываются. Да, кстати, если хотите подписаться на Аркадия в ТикТоке, лучше, конечно, не подписываться. Зачем им два, да? Да, но если хотите, то Аркадий... Просто Аркадий в ТикТоке? Да, берете и найдете. Латышскими буквами Аркадий набираете. И все остальные встречаемся у меня на конкурсе. Ты тоже будешь смотреть? Конечно, он обязательно. Смотреть. Вдруг? А, я, наверное, не выиграю, я так понимаю. Да? Ты нет. Тогда не подписывайся. Ладно, вот такие они были новости. Мы урвали очередной подарочек. Смотрите, какую прелесть. И разыграем в субботу в 8 вечера. Да? А, знаете что? Тот, кто выиграет, он придет к Аркадию, Аркадий ему лично вручит. Как он? Может, он хочет, чтобы ты лично ему вручил? Ты более у нас популярный. Ну да, поэтому у меня есть специально обученные люди, держи. Вот вы приходите, как бы если вы выиграли, Аркадий вам эту штуку прямо вручает. И произойдет это в торговом центре АБЦ. Звучит круто? По крайней мере, красиво. Внизу пишешь, хочу участвовать, и ты участвуешь.